ярко подмеченная критиком суть порой вызывает смех над вылитым, когда автор и не предполагал, что так может все обернуться. И сам, понимая юмор, хохочет над своим творением. И такое бывает. Не обкажи, премудрый, сделай милость, на этот сон внимание обрати. Узнай, что мне красавица приснилась, та, что у сердца при большой чести. С густым венком в руках она явилась, желая дар венок преподнести. И вдруг на мне рубашка очутилась, с ее плеча я убежден почти. Я пришел в такое состояние, что начал даму страстно обнимать. Ей в удовольствие по всем приметам я всю целовал ее, храню молчание. Опрочем, как поклялся ей, и мать покойная была при этом рядом. Передо мной достойный ум явив, способный вы постичь видения сами, но как могу, откликнулись на призыв, изложенный изящными словами, в подарке знак любви предположив, прекраснейшей и благородной даме, любви, чей навсегда исход счастлив. Надеюсь, я сойдусь во мнении с вами. Рубашка дамы означать должна, как я считаю, как считаем оба, что вас в ответ возлюбит и она. А то, что эта странная особа спокойницей была и не одна, должно бы означать любовь до гроба. Рубашка дамы означать должна, как я считаю, как считаем оба, что вас в ответ возлюбит и она. А то, что эта странная особа спокойницей была, а не одна, должно бы означать любовь до гроба.